Birds cannot express.
Аллилуйя! Аллилуйя! Слава нашему Господу! Praise be to our God! Я так рад сегодня! I'm so happy today! У меня отличное настроение! I'm in a wonderful как mood tonight! How about you? Вы готовы славить Господа? Are you ready to praise our God? Я хочу сегодня поприветствовать всех вас! Всех наших дорогих гостей. I would love to extend greetings to all of you, our wonderful guests. Особенно давайте поприветствуем людей, которые предоставили любезно нам эту палатку. Это Павел и его жена Кэти Темпл. Let's give a warm greeting to the people who offered us the tent. That's Paul and Kathy Temple. Мы вам искренне благодарны. We're so thankful to you. Надеемся, что это не последний раз. And we hope it's not the last time you're helping us. Я хочу прочитать один стих. I would love to read a verse. Там написано Иоанна, 1 глава, 29 стих. It's located in the Gospel of John, chapter 1, verse 29. На другой день, у нас сегодня тоже второй день. It says the next day, this is the next day, the second day. Видит Иоанн идущему к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. John saw Jesus coming towards him and said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Here's the Lamb of God who takes away the sin of the world. Мои грехи и ваши грехи. My sins and yours as well. Он взял на себя. He took them away. Наше бремя, которое было на нас, оно снято. The yoke, the heavy yoke and burden that was taken away. И мы свободны. And we are free. Во Христе Иисусе. In Jesus Christ. Чтобы славить Его. To praise Him. Наше бремя снято. Our burden is taken away. Наши грехи прощены. Our sins are forgiven. Нас ожидает светлое будущее с Иисусом. And a bright future is waiting for us with Jesus Christ. Недостаточно ли это мотивации, чтобы славить нашего Господа? Isn't that enough motivation for you to start praising God? Я предлагаю, друзья, сколько у нас есть силы, энергии, бодрости. I'm suggesting whatever strength you have, energy and motivation. Давайте воздадим ему славу. Let's use it and give the glory to our Lord and God. Он достоин. He is worthy. Hallelujah. Давайте встанем на ноги, совершим молитву. And we will pray. Поблагодарим Иисуса. We'll thank Jesus. И попросим его присутствия. Он здесь. And we'll ask for his presence here tonight. Молимся. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Хвала тебе, Бог наш и Царь наш. Мы благодарим тебя. Мы славим тебя, Господь. Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Твоему святому имени, Господи. Ты достоин принять всю славу, всю хвалу, всю честь от всей вселенной, от всей земли, от церкви Твоей, от всех, Господи. И мы славим Тебя, потому что мы прощены, потому что мы чисты, мы омыты. С нас снято всякое бремя. Господи, молим Тебя, благослови, Господь. Это время здесь сколько будет. Благослови псалмы, Господи, дай прославить Тебя достойную хвалою. Благослови Слово Твое, пусть оно будет сильным, помазанным, Господи. Я молю Тебя, если какой-то грешник, кто не знает Тебя, придет сюда. Господи, коснись его сердца, чтобы он отдался Тебе на служение, Господи. Мы молим Тебя, Боже, будь здесь, благослови, Господи, и начало, и конец, Господь, во имя Иисуса Христа. О, Рабалащина, Балаща, Балакей наш, Господи, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, наш добрый Бог, наш Старый, наш Отец, слава Тебе, наш пастырь. О, Иисус, Ты достоин, Ты достоин, Ты достоин, Ты достоин, Ты достоин, Господь. Нет подобного Тебе, нет подобного Тебе. Аллилуйя, Тебе вся слава, вся хвала, вся честь принадлежит единому, премудрому, святому, всемогущему Богу. О, либо нащила, балакей. Слава Тебе, Господь.
Мы в ожидании Твоих потоков. Дух Святой, действуй сегодня. Действуй сегодня через Твоих служителей, через Твоих помазанников. Господи, благодарим Тебя. Аллилуйя. Еще раз поклоняемся Тебе. Слава Тебе за все. Амин. Мы готовы славить нашего Господа. Are we ready to praise our God? Благ наш Господь. Our God is good. И велика Его милость. And His love endures forever. И мы будем петь. And we will sing. Ты велик. You are great. И нет подобного тебе. And there's no one like you. Аллилуйя. Я живу, чтоб Ты прославлен был, я пою лишь для Тебя. Твое сердце превозносит Твое имя. Я живу, чтоб Ты прославлен был, я пою лишь для Тебя.
Которого есть спасение. Одно единственное имя, имя Иисуса, в котором есть сила исцеления, сила спасения, сила освобождения. И это имя превознесено на небе и на земле. Перед именем этим трепещет преисподняя. Имя Иисуса, аллилуйя. Мы сегодня провозглашаем имя Иисуса, аллилуйя. Царь здесь, Царь славы здесь, Он здесь, прекрасный Господь здесь, аллилуйя, 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 Ты достоин, аллилуйя, благословен Господь, благословен Господь, благословен Господь, аллилуйя, 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 Glory in the sheet of press of Totalamana, Kimbara Raja de Lorimas, Holy Name of the Prayer, Son of the Prayer. Hosanna, Hosanna.
We would like to show you about, я хочу вам рассказать о чем-то, что мы будем показывать вам. About a drama called Lifehouse. Эта сценка называется «Маяк». And this drama demonstrates the daily struggles and the temptations that we go through. И здесь в этой сценке будет показано, что каждый день у нас есть искушения, у нас есть борьба. But the good news is, но добрая весть заключается в следующем, that we have a Savior who can free us from all addictions, from all problems, and from all sicknesses, и от всех болезней. And we can have a relationship with our God. И у нас теперь есть отношения с нашим Богом. Thank you and be blessed. Спасибо вам, будьте благословенны. Leading me
Keeps me walking.
Дорогая церковь, мир вам. Dear church, peace to you. Чудесный Господь, правда же? Our Lord is wonderful. Скажем аллилуйя. Let's say hallelujah. Аллилуйя Иисусу. Hallelujah to Jesus. Богатый он милостью своей сегодня He's для нас. He's rich in mercy для всех, to для каждого, us today. Кто пришел сюда. For everyone who came here today. Я буду читать одно место Священного Писания. Это книга Езекииля. I will read from Ezekiel. 3 глава. Chapter 3. 10 стих. Verse 10. И сказал мне: Сын человеческий, все слова мои, которые я буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. And he said to me, Son of man, listen carefully and take to heart all the words I speak to you. Go now to your people in exile and speak to them. Say to them, this is what the sovereign Lord says, whether they listen or fail to listen. Я прочитал эти слова для того, чтобы заострить наше внимание. I read these words to focus our attention. На том, что я буду говорить о материальном служении. About what I'm about to say about material offering. По своей сути. In its essence. Материальное служение. The material offering. В Писании приравнивается к обыкновенному нашему служению или молитвам. In the Scripture, it is compared to our service and our prayer. Вы знаете. Когда мы читаем книгу «Плач Иеремии», здесь совсем рядышком. And when we read the book of Lamentations, я сейчас напомню вам одно место, тоже в третьей главе. I will remind you another scripture also in chapter 3. 21, 22, 23 стих. Verses 21 through 23. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fails. They are new every morning. Great is Your faithfulness. Вы знаете, когда, может быть, это неприемлемо для молодых людей. Maybe the young people may not understand it. Пожилым, в пожилом возрасте люди понимают. But people who are older, they understand. Что когда мы проснулись утром, that when we woke up in the morning, мы должны прежде всего сказать спасибо тебе, Господь. First off, we need to say thank you, Lord. За то, что твоя милость обновилась для меня сегодня. That your mercy is new towards Alleluia. Me this morning. Hallelujah. Кто со мною, братья? Who is with me, brothers and Alleluia. Sisters? Hallelujah. Мы все Alleluia. Понимаем. We all understand. Что только милостью Божьей. But only by the mercy of God. Мы с вами живем. We are alive. Движемся. We move. И существуем. And we exist. Аллилуйя, Иисус. Hallelujah to Jesus. И все, что Бог дает для нас, and everything that the Lord gives for us, мы должны принимать как дар Божий. We need to take it as a gift of God. И материальное служение, and our material offering, это тоже относится к благодарению Богу. It is also correlated to the gift of God. Ведь Бог для нас, как апостол Петр выражается во втором послании, because as Apostle Peter expresses himself in his second gospel, что Он дает для нас все необходимое для жизни и благочестия. That He gives us everything necessary for life and for doing good. Бог дает нам здоровье. God gives us health. Бог дает нам работу. God gives us a job. Бог дает нам пищу. God gives us food. Бог дает нам одежду. God gives us clothing. Бог дает нам это каждый день. And God gives this to us every day.
Бог дает нам время для служения, где мы молимся. He gives us time for a service where we pray. Бог дает нам возможности за все благодарить Бога. And He gives us an opportunity to be grateful to God for everything. Бог дает нам возможности оценивать милость Божью. He gives us opportunity to value the mercy of God. И Бог дает нам жертвовать во имя Господа. And He allows us to bring up offerings in the name of the Lord. Вы знаете, что материальное служение — это не какие-то прихоти каждой церкви, потому что в каждой церкви есть материальное служение. You know, the material offering, it's not just the desires of every church, because it's present in every church. Я когда взял этот конвертик, который вы будете брать и жертвовать Господу, I once took that envelope that which you'll take for an offering. Там на самом верху, в первой страничке, на первом листе написано, On the very top of the envelope it is written, каждый уделяй по расположению сердца. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, потому что ибо доброохотно дающего любит Бог. Allocate according to the predisposition of your heart, because the one who gives freely, the Lord loves. Вы знаете, в нашей церкви был один такой случай во время материального служения. At our church we had an incident during the material offering. Когда братья Ашеры собрали пожертвования, When the ushers, they gathered the offering, в одном из сосудов оказался кошелек. One of the baskets had a wallet in it. И там была большая сумма денег. And there was a large sum of money in it. Братья вернулись в церковь. The brothers went back to the church. И стали спрашивать, чей кошелек. And they started asking, who does this wallet belong to? И встает одна сестра со слезами на глазах. And one sister gets up with tears in her eyes. И говорит, братья, была такая борьба, сколько положить? You know, brothers, I had such a fight. How much should I offer? Я в руках перебирала эти купюры и не знаю, сколько, больше, меньше, что сделать? And I was shuffling through these through the money. I didn't know more or less how much to give. И когда такое было борение, когда было такое искушение? And as I was had this fight within me, this temptation. Она говорит, я решила, Господи, на распорядись ты. I said, и бросила I decided, весь кошелек. You know, Lord, Аллилуйя! You decide, Аллилуйя, Иисусу, братья и сестры! В заключение я хочу прочитать одно место Священного Писания. Это книга пророка Малахии. Lastly, I'd like to read from Malachi. Третья глава. Chapter 3. Десятый стих. Verse 10. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Дорогие мои, как ценит Господь наши жертвы. My dear ones, how the Lord values our offering. И мы можем в жизни нашей вспомнить много случаев. And in our life we can recollect many events. Когда мы жертвовали Господу. When we offered to the Lord. А Господь отдавал нам. And the Lord gave back to us. И бывало даже больше, чем мы дали. And oftentimes He gave back to us more than we offered. Здесь Господь говорит, испытайте меня в этом. And here the Lord says, test me in this. Дорогие мои, если мы огорчены, что у нас нет работы. My dear ones, if we are sad that we don't have a job, начните жертвовать. Start giving an offering. Если у нас какие-то финансовые проблемы, if you have some financial trouble, начните жертвовать. Start giving offerings. Ибо доброохотно дающего любит Бог. For the one who gives freely, the Lord loves. Аллилуйя. Hallelujah. Аллилуйя, Иисус. Hallelujah to Jesus. Давайте перед нашим служением, before our service, материальным, мы встанем и помолимся Господу. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя Тебе. Господь, распорядись сегодня нашим сердцем и нашими руками, Господь, чтобы эта жертва была для Твоей славы во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Да будешь Ты во всем благословенный и прославленный. Слава Тебе за все. Наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, друзья. Be blessed, dear friends. Вы можете жертвовать и оставайтесь на ваших ногах. As you bring your offerings, remain on your feet. Я боюсь, чтобы вы не засиделись. I'm afraid that you get tired sitting. И не замерзли. And for you to get cold. Не забывайте, что мы на улице. Don't forget that we are outdoors.
Поэтому я хочу, чтобы вы сосредоточились so I want you to focus на том, on the one, что Иисус Христос, that Jesus Christ, Он здесь. He is here. И мы идем к проповеди. And we're going towards a sermon. Но прежде чем мы будем самое слушать главное Слово Божье, but before we listen to the important word которое будет God, менять нас, that will change us. Я хочу, чтобы мы приблизились немножко к присутствию Бога, I'd like us to come closer into the presence of God, чтобы наш разум, so that our mind, Он освободился. It will be freed. Для того, чтобы Слово Божье пришло в нашу жизнь. For the word of God come to come into our lives. Для того, чтобы сердце наше so that our heart сосредоточилось на том, would focus on the one, что Он единственный. That He is the only Иисус one, Христос. Jesus Christ. И мое сердце, and my heart, твое сердце, and your heart, принадлежит только Ему. Belongs only to в этот вечер. In this evening. Я хочу, чтобы ты перестал просто суетиться. I want you to stop being a busybody. Если дети тебя тревожат, просто успокой своих детей. If your children are bothering you, distracting, just скажи, settle them down. Потерпи немножко, разберемся потом. Tell them, hold on, we'll talk about this later. Мы сегодня в присутствии Царя. But today we're in the presence мы сегодня в присутствии Бога. We're in the presence of God. Я хочу, чтобы ты просто попросил. I want you to simply ask, Дух Святой, возьми меня. Holy Spirit, take me. И направь меня. And direct me. Открой мне сейчас. Open to me. Ширму я увижу. The curtain, and I величие will see. Красоту Царя. The greatness and the beauty величие of the красоту King. Бога моего. The greatness of my God. Потому что Он скоро придет. Because He will come soon. И мои глаза and my eyes должны увидеть Его. Need to see Him. И я, живя на земле, and living here могу on earth, уже видеть Его. I can see Him. Ощущать Его. And experience Hallelujah. Him. Hallelujah. Святое место, я хочу Твое видеть в лицо, Господь, я ищу Тебя всем сердцем, а толпы людской возьми меня, ко святым поющим песни, жажду праведности я Твоей, мой Бог, здесь единственное место, проведи вас. Иди сквозь внешний двор на Твое святое место. Я хочу Твое видеть в лицо, Господь. Я ищу Тебя всем сердцем. От толпы людской возьми меня ко святым поющим песни. Жажду праведности я Твоей, мой Бог. Мы омыты, мы идем в присутствие живого Бога.
Иисуса кровь дает нам дерзновение. Иисуса кровь покрывает нас. Иисуса кровь очищает нас. Аллилуйя! О, свобода через кровь Христа! Свобода через кровь Христа! Свобода в имени Иисуса! Аллилуйя! О, благодарим! Благодарим Тебя! Праведи во святое святы. Поднимите церковь ваши руки, благословляйте имя Господа, мора башата до рабара, фирма моя шика бова роса до лере, шина преволи да я прай, сон до рабара, фирма да рожин да гора моя, сон бара, фирма да я шимо холи да я сан да кеша до рара, фирма моро холи холи. Свят своим присутствием покрывает это место святостью своей, наполняет это место. Свят Господь, свят, 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 целительно, целитель, целитель, аллилуйя. О, Ты исцеляешь нас сегодня, Ты исцеляешь наши отношения, Ты исцеляешь наши чувства, Ты исцеляешь нас, Господь, аллилуйя. Ты исцеляешь, Ты благословен, Господь, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Thank you, Lord. Hope my every
Цесар, аллилуйя, Иисус Владыка, аллилуйя, аллилуйя. Он здесь. И я хочу, чтобы ты верил. Займите ваши места и будьте благословенны. Слава Иисусу Христу. Praise be to Jesus Christ. Один из девизов нашего служения в палатке. One of the slogans of our tent ministry. Это Экклезиаста 8:4. Ecclesiastes 8:4. Где слово царя? Where the word of the king is. Там власть. There is the authority there. На этом месте. In this place. Власть нашего небесного the authority царя. Of our heavenly king На этом месте is. Его слово. His word is here. И все, что здесь происходит. And everything that's going on here. Под его контролем. Everything is under his По control. Его водительству. Under his rule. По его воле. According to his will. Слово. His word. Давид говорит в 118-м псалме. David says in Psalm 119. Ты превознес слово твое. You exalted your word. Выше всего. Above everything. Слово Божье говорит Давид. The word of God, David Я люблю. Says. I love. А вымысел человеческий ненавижу. And whatever people make up, I hate it. Сейчас мы приготовим наше сердце. And that's why we will prepare our hearts. Слово Царя Небесного. For the King. King's word. И его будет проповедовать сегодня. And that word of the heavenly king. Помазанный благословенный муж Божий. By a blessed anointed man of God. Суперинтендант нашего дистрикта. He's the superintendent of our North California Nevada district. Джеймс Бради. James Brady. Для нас сегодня большое благословение. It's a great blessing for us tonight. Что нашел время прийти сюда. That he found time to come И сказать here слово царя. And say the word of the king. Приготовьте свое сердце. Prepare your heart. Этот царь небесный будет говорить с вашим сердцем. Of heavens. Аллилуйя. He will be knocking on the doors of your heart. Мы приглашаем Джеймс Бради. Welcome. Это друг славянских людей. He's a friend of the Slavic people. Нам очень приятно, что такой у нас суперинтендант. And we feel really good having a superintendent like that. Мы любим нашу суперинтендента. We love our superintendent. Really. Слава Богу. Praise God. He is Lord. Он Amen. Есть Господь. I trust He's Lord of your life. Я надеюсь, Он Господин вашей жизни также. It is such an honor to be with you tonight. Такая честь быть сегодня с вами здесь. I flew in tonight from Spokane, Washington. Got here about 5:30. Сегодня в 5:30 я прилетел вечера. Я прилетел из Спокейна, Вашингтона. Drove to my home. Поехал домой. At the speed limit. Я не превышал скорость. Well, maybe just a little faster than the speed limit. Немножечко быстрее, чем лимит. Got dressed and drove right here and was excited to see this tent set up. Оделся и приехал сюда и был очень рад, когда увидел эту палатку. I hate to say this, but 48 years ago I preached a tent revival. К сожалению, должен сказать, но 48 лет назад я проповедовал на таких вот палатках. I'm 65 years old, so you can figure out how old that is. That I was then. 65 лет мне сейчас, можете понять, сколько мне лет тогда было. And this night brings back incredible memories. И этот вечер, он мне приносит такие воспоминания. To see a tent like this full of people that are hungry for God. Видеть палатку, которая заполнена людьми, которые голодны по Богу. And to be a part of such an evening that I haven't been a part of for all these years, it's very special indeed. И быть частью такого вечера, частью которого я не был уже долгое время, это очень особенное время для меня. And I am indeed honored to be here. Я в самом деле, для меня это честь быть здесь. And I pray that the Holy Spirit would move upon us tonight. И я молюсь, чтобы Дух Святой двигался среди нас сегодня. And that what God would accomplish here. И что Бог здесь совершит. Might have its place in eternity. Чтобы это было в вечности. And lives and hearts would be changed for eternity tonight. И сердца, чтобы изменились для вечности сегодня вечером. Let's pray and ask God to bless His word and bless His message. Давайте помолимся и попросим, чтобы Бог благословил Его слово и эту весть, которую вам принес. Пристань. Father, thank you for this evening. May your presence be here in a mighty way. May Jesus be glorified and lifted up. And Father, may your word not return void. We ask it tonight in the mighty, priceless name of Jesus Christ, who alone is Lord of all. Amen and amen. I would like to share with you tonight on the topic, the great questions of life. Я хотел бы поделиться на тему великие вопросы жизни. Our whole lives, from the time we're small children until we are adults. Нашей жизни с самого маленького детства, с раннего детства до взрослых лет.
We're filled with questions. Мы исполнены вопросов. You woke up this morning asking yourself some questions. Вы проснулись сегодня утром, вы задавали сами себе вопросы. What would you eat? Что вы будете кушать? What would your wife cook for you? Что ваша жена приготовит вам? What clothes would you wear to work? Какую одежду вы на работу оденете? Those are just some of the questions that we ask every single day. Это некоторые из вопросов, которые мы задаем каждый день. To a young child, the world is filled with wonder. Для маленького ребенка этот мир заполнен чудесами. They ask simple questions that sometimes have difficult answers. Они задают простые вопросы, на которые очень сложно нужно отвечать. Why is the sky blue? Почему небо голубое? Why do clouds float? И почему облака плавают? Why does rain sometimes fall as snow? И почему дождь и снег идут? Question I had as a young child that I still have today. И вопрос, который у меня был, когда я был маленький, до сих пор он у меня есть. I always wondered as a farmer looking at a cow that produced milk. Я всегда как фермер смотрел на корову, которая производит молоко. I wondered how a black cow. Я думал, как черная корова. Could eat green grass. Может есть зеленую траву. And give white milk. И производить белое молоко. Somebody hopefully has an answer for that. Надеюсь, у кого-то есть ответ на этот вопрос. As we grow older, we ask different questions. Как мы взрослеем, в этом процессе у нас другие вопросы. What school should I go to? В какую школу мне пойти? What subject should I take? И какие предметы мне взять? What occupation should I pursue? Какую профессию выбрать? And of course, who should I marry? И, конечно же, на ком жениться или выходить замуж. Now that's a very important question. Это очень важный вопрос. And that's one question you better get right. И этот вопрос, вот, может быть, единственный, но вам его нужно правильно угадать. But I find at this stage in my life, я понимаю, что в этой области моей жизни, в это время, I have other questions that I'm asking. У меня другие вопросы есть, которые я задаю. I've wondered what I have accomplished with my life. Я начинаю думать, чего я достиг в своей жизни. How have I affected those around me? Как я повлиял на тех людей, которые вокруг меня? What will my legacy be? И какая память о мне будет? What will I leave my children? Что я оставлю своим детям? And ultimately, every man and woman will ask this question. И в конце концов, каждый мужчина и каждая женщина зададут этот вопрос себе. Is there life after death? Есть ли жизнь после смерти? Questions, we all have them. Вопросы, которые у нас and все some есть. Have found answers. И у некоторых людей нашли ответы. And those answers may and could very well determine our eternal destiny. И те ответы могут, и скорее всего, и точно они повлияют на нашу вечную жизнь. There are some questions that you cannot avoid. Есть вопросы, которые вы не можете никогда избежать. Wherever you are. Где бы вы ни были. Whoever you are. Кто бы вы ни были. Whatever age you are. Какого бы возраста вы ни были. Whatever culture you may come from. Какой культуре вы бы ни принадлежали. There are certain questions that rise like giants. Есть определенные вопросы, которые как гиганты встают перед вами. And these questions cannot be ignored. И эти вопросы нельзя игнорировать. And tonight I would like to и сегодня вечером я бы хотел look at three questions from the Bible. Рассмотреть три вопроса из Библии. Three questions that you must personally answer. Три вопроса, на которые вы лично должны ответить. And how you answer those questions и как вы ответите на эти вопросы could very well determine your eternal destiny. От этого будет зависеть ваша вечная жизнь. The first question was posed by Jesus himself in Matthew chapter 16. Первый вопрос был Матфея 16. Standing in the ancient ruins of the city Caesarea Philippi. Когда Иисус стоял в Кесарии Филипповой, и он стоял на руинах. Several years ago, I could imagine this setting from scriptures. Несколько лет назад я мог представить это место из Писания. Gathered around Jesus were his disciples. Люди, которые стояли вокруг Иисуса, окружали его и его учеников. They were looking at the temples to various gods. Они смотрели на разные храмы, разным божествам. The Romans had their gods. Римляне своих богов. The Greeks had their gods. Своих богов почитали, греки своих. And perhaps they were discussing who these gods were. И, возможно, они определяли, какие боги какие. And then Jesus turned to his disciples and he asked this question in Matthew chapter 16, verse 13. И Иисус повернулся к ученикам и спросил их, Иоанна 16, 13. He said, "Who do men say that I am?" И он спросил, кто люди говорят я есть? Now remember, they had walked with Jesus perhaps for the past year, two years of their lives. Вспомните, что год или два они уже ходили с Иисусом. They had heard him teach. Они слышали, как он учит. They had witnessed his miracles. Они свидетельствовали и его чудеса. They had seen him in action in public settings. Они видели, как он действовал среди народа. They had talked with him in private. Они говорили с ним лично. Perhaps they were puzzled at this question at first. Возможно, они удивились этому вопросу сразу. But quickly they began to answer. Но быстро они начали отвечать. They said, "Jesus, some say that you are
a prophet that's come back. Они сказали, Иисус, некоторые говорят, что ты пророк, который вернулся. Some men say that you're Isaiah, you're Jeremiah, or perhaps even John the Baptist returned from the dead. Некоторые говорят, что ты Иеремия, что ты Исаия, может быть даже Иоанн Креститель, который вернулся. But Jesus was not just interested in what others said about him. Но Иисус не интересовался в том, что другие люди думают о нем. He made the question very personal. Он очень личным сделал этот вопрос. He looked at the 12 that were following him. Он посмотрел на 12, которые следовали за ним. And he said, "Who do you say that I am?" Вы думаете и скажете, я есть. See, the question is simply this. Понимаете, вопрос заключается в следующем. And it's a question that we ask yet today, some 2,000 years later. Этот вопрос, который и сегодня мы задаем, 2000 лет спустя. It's a question that every one of you must decide about. И это тот вопрос, который вы должны, насчет которого вы должны определиться. Who is Jesus Christ? Кем является Иисус Христос? This question must be answered. На этот вопрос вы должны дать ответ. It cannot be avoided. Его нельзя избежать. And we cannot pretend that it does not apply to us. И мы не можем притвориться, что оно к нам не относится. Is he merely a prophet of old? Он просто пророк? Is he merely one who came in a long line of many prophets who told about God? Он просто один из череды, длинной череды пророков, которые говорили о Боге. Was he just like Isaiah or Jeremiah or Ezekiel? Он просто как Исаия, Иеремия или Иезекииль был. The disciples had to answer that question for themselves. Ученики должны были ответить на этот вопрос сами. Maybe he was just a great teacher. Возможно, он был просто великий учитель. Maybe he was one who has learned and gave great moral teaching and taught about moral principles of life. Возможно, он учился много и он отвечал на моральные вопросы жизни. Or perhaps he was a great religious philosopher. Или, возможно, он был просто великий религиозный философ. Perhaps Jesus was merely one suggesting another way to live one's life. Возможно, Иисус был просто человеком, который предложил другой путь, как людям жить. Or was he truly the Son of God as he declared himself to be? Was he truly the Lord of all? Was he truly the creator of all mankind? Was he truly the Savior of the world? Was he truly the sovereign God? Because if he is more than just a prophet. Потому что если ответ такой, что он больше, чем пророк. If he is more than just a teacher. Если он больше, чем просто учитель. If he is more than just a religious philosopher. Если он больше, чем просто религиозный философ. If he is truly Jesus, the Lord of all. Если он в самом деле Иисус Христос, творец всего. Then he is worthy of our worship. Тогда он достоин нашего поклонения. He alone is worthy of our surrendering our lives to him completely. Чтобы отдали ему свои жизни. For you see, we have a decision to make. Поэтому у нас есть решение, He forces it upon us. Он заставляет нас решить. For Jesus declared himself to be the Son of God. Потому что Иисус сам провозгласил, что он Сын Божий. He declared himself to be the Lord of all. Он провозгласил себя Господом господствующим. He declared himself to be the only Savior of the world. Он провозгласил себя спасителем мира. And either you must answer like Peter did. Или вы ответите, как Петр ответил. Thou art the Christ. Ты есть Христос, the Son of the Living God. Сын живого Бога. And when you answer that way, it means that then He demands your worship and your service. Если вы так отвечаете, тогда Он будет требовать от вас поклонения и служения себе. If you answer any other way, then you must create a God in your own image. Если вы ответите каким-либо другим образом, тогда вы должны сотворить Бога по своему подобию. If you deny His lordship, then you must create a Lord of your life. Если вы отвергаете Его господство, тогда вы должны себе создать Бога. And I guarantee you that God will always be small. Я вам гарантирую, что ваш Бог будет тогда маленький. He will always be under your control. Он всегда будет под вашим контролем. And he will always fail you. И он всегда вас подведет. Great Christian apologist C.S. Lewis said this many years ago. Великий христианский апологет сказал много лет назад. He said Jesus was either a liar. Он сказал, Иисус или был обманщиком. By that he deceived his believers into following him because he really wasn't the Son of God. И хитростью тогда заманил своих последователей, и когда он говорил, что он Сын Божий. Or perhaps Jesus was a lunatic, he was crazy, he was not in his right mind. Или Иисус был странным человеком, который не мог думать правильно. And by that he actually believed that although he was a man, he was just God, he was really God. И просто поступая так, он думал, будучи человеком, что он Бог. Or perhaps he was truly the Lord of all. Или возможно, он тогда был Господом всех господствующих. He was who he declared himself to be. Он был тем,
кого он себя провозглашал. Not a good teacher. Он не был хорошим учителем. Not a philosopher. Он не философом был. Not a prophet. Не пророком был. But he was the Messiah. Но он был Мессией. He was the beginning and the end. Он начало и конец. He was the creator. Он творец. And we, if he is that, must follow him. И если он есть тот, то тогда мы должны следовать за ним. You see, if Jesus was a liar, you could ignore him. Если бы Иисус был обманщиком, мы могли бы его проигнорировать. If he was a lunatic or crazy, you could avoid him. Если бы он был странным человеком, не в себе, вы могли бы игнорировать его. But if he is Lord, но если он есть Господь, if he is Lord, если он есть Господь, you must bow your knee to him and declare him to be so. Вы должны преклонить свое колено и провозгласить его Господом. And that is ultimately the first question that every one of us may ask. Это есть первый же вопрос, который мы зададим себе. Jesus, are you Lord? Иисус, ты есть Господь? And I hope we say yes, He is. И надеюсь, мы можем сказать, да, Он есть Господь. And then we must ask, are you the Lord of my life? И тогда мы должны задать следующий вопрос: ты Господин моей ли жизни? Are you the Savior of my life? Спаситель ли ты моей жизни? Not just the Lord of others. Не просто Господин других людей. But personally, you are my Lord. Но лично ты мой Господь. And that is the question that we have before us. И это есть тот вопрос, который стоит перед нами. The second question I pose to you. Второй вопрос, который я задаю вам. Was made by a young man who came to Christ. Его задал человек, молодой человек, который пришел ко Христу. Now this young man had it all. У этого молодого человека было все. He was wealthy. Он был богатый. He came from a privileged family. Он произошел от очень привилегированной семьи. He was given the finest of education. Ему очень хорошее образование дали. He had all of the material possessions one could ever ask for. У него все материальное было, все, что он мог попросить. And we ask a question right now. И мы задаем вопрос сейчас. Doesn't that bring happiness? Это приносит счастье? Isn't that what our society seeks? Разве не этого ли ищет наше общество? Wherever one lives. Где бы кто ни жил. Whatever country they come from. С какой страны бы они ни происходили. Wherever they are, don't those things bring happiness and peace to them? Где бы люди ни находились, это приносит ли им счастье? Evidently not to this young man. Не этому молодому человеку. And evidently not to young men and women today. И не и сегодня не молодым людям. Or you can have everything the world can give to you. Которые живут в наше время, если вы все можете получить, что мир дает вам. And be miserable and unhappy inside. И вы будете несчастны внутри. For you see, life is more than what we eat. Потому что жизнь это больше, чем то, что мы едим. It's more than what we wear. Это больше, чем что мы одеваем. It's more than the possessions of life. Это больше, чем то, что нам дает жизнь. It's the relationship we have with God. Это отношение наше с Богом. It's whether the question is Jesus Lord, the Lord of my life that brings happiness and peace to a man or woman's heart. Это является Иисус Господином моей жизни. Это приносит нам счастье. In Matthew chapter 19, verse 16. Матфея 19:16. This rich young man says to Jesus, what must I do to inherit eternal life? As I travel across this state of California, и когда путешествовал по штату Калифорнии. And as God has given me the privilege to travel much of the world. И Бог дал мне привилегию путешествовать по всему миру. That is a question people are asking. И это тот вопрос, который люди задают. What must I do to inherit eternal life? Что мне сделать, чтобы наследовать вечную жизнь? You see, belief in a life to come permeates all of culture. Вы понимаете, в любой культуре люди начинают думать, что в жизни важное. The rich and poor, educated and illiterate. Бедные и богатые, образованные и не очень. The royalty and peasants alike wonder about life after death. Простолюдины и из королевской семьи люди думают, что будет после смерти. And in Matthew chapter 19, this young Jewish man did not question whether there was life after death. И в 19 главе Евангелия от Матфея этот молодой человек задавал себе вопрос. Rather, he wanted to know, could he partake of the only life that comes when one serves God? Он не думал, есть ли жизнь после смерти, но он единственный вопрос задавал: могу ли я быть участником той жизни после смерти? How can I grab hold of eternal life for myself? Он сказал, как мне взять эту вечную жизнь и наследовать ее? Perhaps religion can answer the question. Религия может ответить на этот вопрос. Perhaps keeping a certain list of do's and don'ts can solve the problem. Возможно, список, что делать можно, что нельзя, может, это поможет. Perhaps just being a good person and balancing out all the bad deeds of life with good deeds of life will somehow answer the question. Можно будучи хорошим человеком, балансируя добрые свои дела со злыми, может, это может дать ответ.
Or maybe we can somehow earn our way into heaven. Или может мы можем заработать себе путь и вход в небесное царство. Perhaps there are those who think they deserve to be in heaven because of their heritage. Которые думают, что они заслуживают войти в небесное царство. They were born into the right family. Они родились в правильной семье. They seem to have learned all the right terminologies and words to say. Они научились всем правильным словам, что говорить. Jesus challenged this young man with the thought. Иисус сказал этому, кинул вызов этому человеку молодому. He says, keep the commandments. Он сказал, содержи все заповеди. Honor your father and mother. Храни заповеди и почти Don't steal, don't kill. Не кради, не убивай. The young man looks at Jesus and says, Lord, I've kept all these things from my youth up. Молодой человек смотрит на Иисуса и говорит, Иисус, я все это исполнил. See, somehow that which comprised religion И таким образом все, что составляет религия, did not satisfy this young man. Не удовлетворило этого молодого человека. There was still something missing in his life. Было что-то, что отсутствовало в его жизни. All of that rang hollow. И все это была пустота. It didn't satisfy. Звенящая пустота, которая не удовлетворяла. This young man found himself empty inside. Этот молодой человек понял, что он пуст внутри. He had drank from the well of religion. Он пил из колодца религии. And he was still thirsty. И он все равно жаждал. He had drank from the well of privilege and wealth. Он пил из колодца богатства и привилегий. And he was still thirsty. И все равно он жаждал. It's kind of like drinking salt water. Это так же, как вы будете пить соленую воду. You know, you can drink a gallon of salt water and you still want more. Вы выпьете галлон, 3 литра соленой воды, вы все равно будете хотеть пить. It doesn't satisfy the thirst. Это вас не удовлетворит, вашу жажду. Doesn't fill what's empty inside. Это не наполнит то, что у вас есть пустота внутри. You see, religion and good works will always leave you wanting more. Религия и добрые дела оставят вас еще жаждущими. It will always tell you that you need to do more, and you'll never know if you've done enough. И вам будет все говорить, вам нужно еще делать, и вы будете всегда думать, что-то я еще не сделал. For religion can't satisfy. Религия не может удовлетворить. Works go unnoticed, sometimes unrewarded. Дела иногда незамечены, иногда их недооценивают. But Jesus then gives him the only answer that satisfies. Но Иисус дает, единственный Иисус дает ответ, который удовлетворяет. What do you need to do to inherit eternal life? Что вам нужно, чтобы наследовать жизнь вечную? Jesus says, sacrifice everything. Иисус сказал, пожертвуй все. Give it all away. Отдай все. And come and follow me. И пойди и следуй за мной. And in 2010, He's still inviting people to follow him. Он все еще приглашает людей, чтобы следовать за ним. He's still saying, "Are you willing to give up what you have?" Вы готовы отдать то, что у вас есть? To get what you could never receive any other way. И взять то, что вы никогда не получите другим путем. For we cannot buy our way into heaven. Потому что мы не можем купить себе вход в Царство Небесное. We can't do enough good works to earn the favor of God. Мы не можем достаточно добрых дел сделать, чтобы приобрести благоволение Бога. For the Scripture says, "For by grace you are saved through faith." Священное Писание говорит, что благодатью вы спасены через веру. And Jesus challenged this young man to by faith follow him. Иисус бросил вызов этому молодому человеку, чтобы верой следовать за ним. And that's still the challenge today. Это и есть вызов сегодня. He challenges us to follow him. Он кидает вызов. To leave everything else behind. Все оставить. For you see, when I leave everything behind, понимаете, если я все оставляю позади, and I turn around and look at it, я поворачиваюсь и смотрю на это, it's really nothing at all. Ничего там нет. Oh, not in comparison to what He will give to me. По сравнению с тем, что Он даст мне. You cannot buy peace with all the money in the world. Вы не можете купить никакими деньгами этого мира мир себе. You cannot buy the forgiveness of sins with all the money of the world. Прощение от грехов вы не можете никакими деньгами купить. That only comes when following Jesus Christ. Это дается только если вы следуете за Иисусом Христом. Giving your life to Him and walking with Him. Because then you will understand what John chapter 14 verse 6 says. Потому что тогда вы поймете, что Иоанна 14:6. When Jesus said, "I am the way," когда Иисус сказал, "Я есть путь," I am the truth, я есть истина, and I am the life, и я есть жизнь. He is still the way to God. Он все равно остается путем к Богу. He is still the truth about God. Он все равно истина о Боге. He is still life-giving, eternal life-giving to those who would follow Him. Он все еще вечную жизнь дающий Бог. Тем, кто приходит к нему. Now the last question I pose to you today is one that was asked not by a man or a woman. Этот вопрос последний, который я хочу задать вам, не был задан человеком. This question is unusual because it is a question that the maker of man made himself. Этот вопрос необычный, потому что творец человечества задал этот вопрос. The setting is a garden. Значит, представьте сад. The most beautiful and serene garden that was ever seen on planet Earth. Самый красивый и спокойный сад, который бы был когда-либо сотворен на Земле. Now, I love gardens. Я люблю сады. Not the kind that I have to work in, the kind Не такие, that I can в которых walk in. Я работать должен, как огород. See,
In English, there is the term yard work. Вы знаете, в английском есть работа в огороде. And some of you gentlemen and ladies like yard work. Выражение такое. И многие из вас любят работать. It's work. В огороде, но это работа. It's not yard fun. Это не в огороде отдыхать. It's work. I don't like it. Это не отдых в огороде. Я не люблю. But I like to walk in a garden where there's beautiful flowers. Но я люблю ходить в саду, где красивые цветы. Where the grass has been mown and the trees are trimmed. Где трава подстрижена и деревья все ухожены. Several years ago, I was in Tokyo, Japan. Несколько лет назад я был в Токио, в Японии. That huge city of 15 to 20 million people. Огромный город, 15 миллионов населения. The noise of automobiles were everywhere. И шум автомобилей везде. You could see the smog hanging over the city. Вы можете смог увидеть. But my wife and I went to a beautiful garden in the middle of that city. Но я и моя жена пошли в сад. Мы пошли в такой сад посреди города, который мы построили. When we walked into that garden, it seemed like all of the city just faded away. Мы вошли в этот сад, и казалось, что растворился весь город вокруг нас. It was quiet. Было тихо. It was beautiful. Было красиво. It was restful. И очень способствовало отдыху нашему. Several years ago in the city of Kiev. Несколько лет назад в городе Киеве. We were taken to another beautiful area where the lilac bushes and trees are. Нас отвезли в такой красивый район, где сирень цвела. Again, the noise and the crush of the city seemed to fade away. Опять же, звуки города просто растворились. And can you imagine with me this scene in Genesis chapter 3? А теперь представьте со мной Бытие 3 глава. God has created man. Картина, когда Бог сотворил человека. He's placed him in the most beautiful garden that ever was made. Поместил его в самый красивый сад, который когда-либо был сотворен. And there every night God himself would come down to walk with man. Сам Бог спускался и ходил с ним. That's a scene that I cannot quite get my mind around. Это картина, которую мой разум все еще не может представить. Here is Adam and Eve in the Garden of Eden. Вот здесь Адам и Ева в саду Эдемском. And here is the Creator of all the universe. И творец всей вселенной. And he comes down to walk and talk with his creation. What an incredible picture of God who desires fellowship with us. Какая чудесная картина Бога, который хочет общения. Of a God who wants to walk with us. Бог, который хочет ходить с нами. Of a God who wants to know you by your first name. Бог, который хочет знать вас по имени. Of a God who wants to walk with you and see you through all the course of life. Бог, который хочет ходить с вами и видеть вас во всех ваших аспектах жизни. But something happened. Но что-то случилось. This night, God comes down to walk with man as he normally did. В этот вечер Бог спускается, чтобы ходить и общаться с человеком. And somehow there was trouble in the garden. Каким-то образом проблема в саду. Adam doesn't show up for his walk. Адам не пришел. And we all know why. И мы знаем почему. He had eaten from the forbidden fruit. Он ел запретный плод. And Adam went and hid from God. Адам пошел и спрятался от Бога. Sin and rebellion had reared its ugly head in the Garden of Eden. Грех и неповиновение вошли в его голову там в саду. And rather than show his displeasure, и не показывая даже свое недовольство, rather than throwing a thunderbolt out of heaven to burn up the garden, огнем сжечь этот сад, I can see God saying, "Adam, where are you?" Я вижу Бог говорит, Адам, где ты? Where are you? I can't find you. Где ты? Я тебя найти не могу. Wasn't because God did not know where Adam was. Не потому что Бог не знал, где Адам был. But he wanted Adam to realize that God had a desire for a continued relationship with him. Но он хотел, чтобы Адам понял, что у Бога есть желание общаться и продолжать отношения с ним. Genesis chapter 3 verse 9, Adam says, "Oh, God, I was naked and I hid myself from you." Бытие 3:9, Адам говорит: "О, я был наг, я спрятался от тебя." God said, "Adam, who said that you were naked? Who told you that?" И Бог сказал: "Адам, откуда ты знаешь, что ты наг? Кто тебе сказал это?" What this reveals to me is this: these questions. Что это мне открывает? Это следующие вопросы. God was not interested in the punishment of Adam. Бог не был заинтересован, чтобы наказать Адама. God was not ready to destroy his creation and start over again. Бог не был готов все разрушить, все свое творение. Rather, it reveals a God who loves us. Но это показывает того Бога, который любит нас. A God who loves us enough to come searching for us. И Бог, который любит нас настолько, чтобы идти и искать нас. A God who cares enough about us to come looking for us even when we have disobeyed his word. Бог, который настолько заботится о нас, который идёт и ищет, хоть мы и не послушны. Even when we have failed him. Даже когда мы подвели его. Oh, remember the story Jesus told in the New Testament. И вспомните историю, которую Иисус сказал в Новом Завете. The shepherd has 99 sheep safe in the sheepfold. У пастыря 99 овец.
But one goes astray. Одна потерялась. What does the shepherd do? Что делает пастырь? Ah, I've got 99. Why do I need to look for one more? У меня есть 99. Зачем мне искать эту одну? That's probably what we might do. I mean, I'm safe here. These 99 are safe. Let that one lost sheep just go its own way. Возможно, это мы бы сделали. Я в безопасности. Мои овцы в безопасности. Пусть эта овца ходит, где она хочет. But that's not the story. Но в этом история не заключается. He makes sure the 99 are safe. Она не так заканчивается. Он удовлетворен безопасности 99. Goes and looks for the one lost sheep. Иисус говорит, что пастырь идет и ищет одну потерявшуюся. Oh, God knew that Adam had already sinned. Бог знал, что Адам согрешил. It did not surprise God. Это не удивило Бога. And He still came down to walk with His fallen creation. Чтобы ходить идти общаться со своим творением. He still came to reach out and said, "Adam, where are you?" Он все равно пришел, он протянул руку и сказал, Адам, где ты? And I think of many people that I know personally that have gone astray from their faith. Я думаю о многих людях, которых я лично знаю, которые отошли от веры. They've walked away from God. Они отошли от Бога. They've said no and turned their back on Him. Они сказали нет и повернулись спиной к Нему. But God continues to search. Но Бог продолжает искать. Oh, perhaps the greatest example of this is the sending of His Son Jesus Christ into this world to search for you. Возможно, самый лучший пример этому это когда Он послал Своего Сына, чтобы Он пришел в этот мир и нашел тебя. See, Jesus said, "I have come to seek." And save those who are lost. And the question asked by God in Genesis is a question God directs to us tonight. И вопрос, который Бог задавал в бытие, это тот вопрос, который задает нам сегодня Бог. He calls out in love and compassion. Он взывает с любовью и состраданием. Where are you? I'm here to walk with you. Где ты? Я здесь. Я хочу идти с тобой. I'm here to help restore your relationship and fellowship with me. Я здесь, чтобы восстановить твое общение со мной. I'm here to break the bondage and shackles of sin that may be on your life. Я здесь, чтобы разорвать узы греха. Oh, God wants to know you. Бог хочет знать тебя. And He wants you to know Him. И Он хочет, чтобы ты знал Его. He desires to embrace us as His children. Он желает нас обнять, как своих детей. He desires to break the bondage that sin puts upon us when we fail to serve Him. Он желает разорвать цепи, которые грех налаживает на нас. And He comes knocking at our door. И он подходит, и он стучит в дверь John, сердца нашего. John wrote in Revelations, "Behold, I stand at the door and knock." Иоанн говорит в Откровениях, я стою у двери и стучу. If any man will open, I will come in unto him. Кто откроет, я войду и буду вечерить с ним. What an incredible picture of the God we serve. Какая чудесная картина Бога, которому мы служим. And what an incredible picture of a God who wants to enter into your heart and life tonight. И как это чудесно описывает Бога, который хочет войти в твое сердце сегодня. There's one last question. Последний вопрос у меня есть. It was asked by a jailer. И этот задал узник задал вопрос. Jailer thought all of his prisons had escaped after an earthquake. И это был человек, охранник тюрьмы. И когда он думал, что все сбежали, узники. And he runs down to the jail, and the bars are broken, and the doors are torn off, and he thinks everybody is gone. Прошло землетрясение, и он увидел, что все решетки поломаны, все разломано, все открыто. Он думал, что все убежали. And instead he hears them singing. И он слышит вместо этого, что они поют. All these people in jail are praising God. Все эти люди в тюрьме, они славят Бога. And the Apostle Paul says, "Oh, don't worry, we're all here." Апостол Павел говорит, не волнуйся, мы здесь. And the jailer looks and says, "What must I do to be saved?" И охранник говорит, что мне сделать, чтобы спастись? He realized something important had happened. Он понимает, что-то важное случилось. Something had transpired that night that would change his life if he could just answer the question. Что-то произошло в тот вечер, что ответило бы на его вопрос. Some 50 years ago, that question was placed to me. 50 лет назад этот вопрос был задан мне. I looked up and I said, "Lord, what do I need to do to be saved?" Я посмотрел вверх и сказал, Господь, что мне сделать, чтобы спастись? How can I have a new life? Как мне начать новую жизнь? How can I have a relationship with you? Как мне такие отношения начать how, с тобой? How can I walk with you in the cool of the day? Как я могу ходить с тобой в прохладе дня? How can I be a part of your family? Как я могу быть частью твоей семьи? How can I have life not only now, but when that day comes that I'll stand in your presence? Как мне приобрести жизнь не только сейчас, но в тот один день, когда буду стоять перед твоим присутствием? And the answer to that question, friends, is so simple. И вопрос, ответ на этот вопрос очень простой. It's not complicated. Это не сложно. This is what makes Christianity so different. Поэтому христианство отличается. We don't put you through multitudes and multitudes of classes and memory of this, memorize this and memorize that. Мы не проводим людей через какие-то особые уроки, классы. Запомни это наизусть и это.
See, the answer is very simple. Вопрос очень простой. Confess with your mouth, Jesus is Lord. Ответ простой. Исповедуй устами, что Иисус есть Господь. And believe in your heart. И верь в своем сердце. And you shall be saved. И ты будешь спасен. It's not about religion. Это не о религии вопрос здесь. It's not about do's and don'ts. Не о том, что можно делать, что нельзя. It's about simple faith in God. А о том, что должна быть простая вера в Бога. The simple belief that God loves you. Простая вера, что Бог любит тебя. That God wants you to be a part of His eternal family. Бог хочет, чтобы ты был частью Его вечной семьи. And all it takes is a simple yes, Lord, I will serve you all the days of my life. И все, что нужно сделать, это сказать: Да, Господь, я буду служить тебе все дни моей жизни. I believe that's what this tent revival is about. Я верю, вот о том говорит Библия. It's not just about Christians getting together and singing songs. Это вопрос не стоит в том, что верующие собирались и просто пели песни. You all could do that in your own individual churches. Вы можете это делать в каждой своей церкви. But rather, it's about one night. Но это один вечер. Of you coming and hearing the gospel of Jesus Christ. Когда вы приходите, вы слышите Евангелие Иисуса Христа. Of you hearing about a Savior who loves you. Вы слышите о Спасителе, который любит вас. A God who is able to answer the most difficult questions you have. Бог, который ответил на самые сложные вопросы, которые у вас когда-либо были. And then about you saying a simple yes to the Lord Jesus Christ. И вы тогда просто говорите да Иисусу Христу. That will begin a journey that will carry you into the very presence of God one day. Это начнет ваше путешествие, которое приведет вас в присутствие Бога один день. It begins with yes, Lord, I accept you. Оно начинается: Да, Господь, я принимаю тебя. Yes, Lord, I will follow you. Да, Господь, я буду следовать за тобой. Yes, Lord, I will serve you. Да, Господь, я буду служить тебе. Yes, Lord, I will live for you. Да, Господь, я буду жить для тебя. I will let you live in my life. Я позволю, чтобы ты жил в моей жизни. I will walk in your love. I will walk in your grace. I will experience your mercy. Я буду ходить в твоей любви и благодати и буду переживать твое милосердие. And so the Lord stands tonight. Поэтому Господь стоит сегодня. He's knocking at your door. И стучит на дверь сердца твоего. And he's asking if you will let him come in. И он спрашивает: позволишь мне войти? Please bow your heads. Склоните свои головы, пожалуйста. In the quiet of this moment, и в тишине, I believe the Holy Spirit is speaking to those here tonight. Я верю, что Дух Святой говорит сегодня сердцам. He is speaking to those who have not yet said, "Jesus, come into my life." Он говорит тем, которые еще не сказали: Да, Господь, войди в мою жизнь. Oh, you may go to church. Вы можете ходить в церковь. You may be in church every week. Вы можете каждую неделю ходить в церковь. You may be there because your mother or father forces you to go. Может, вы ходите потому, что мама и папа вас заставляют. You may be there because your husband and wife or wife goes. А может быть, муж или жена ходят в церковь. You may be there because it's the proper thing to do. Может быть, это просто хорошая вещь, что вы должны делать. But you've not yet. Но вы еще пока ask Jesus to come into не просили, чтобы Иисус вошел в ваше сердце. You've not yet said, Lord, will you rule my heart and life? Вы еще не говорили: Господь, будь господином моей жизни. Jesus is here tonight. Иисус сегодня здесь. He's knocking at your door. Он стучит в дверь сердца твоего. And he's saying, won't you let me come in? Он говорит: позволь мне войти. I'm going to ask if there are those who are ready to make that commitment and confession of faith tonight. Я хочу спросить, есть ли те люди, которые готовы исповедать? For just a moment, as our heads are bowed, our eyes are closed, and we're praying. Пока все глаза закрыты и головы склонены. But God is speaking to you. И мы молимся, но Господь говорит к тебе. You know who you are. И ты знаешь, кто ты есть. You would stand where you are seated, right where you're seated. You just stand up. Прямо на вашем месте. Привстаньте сейчас. And you would say, tonight I want to make Jesus the Lord of my life. И скажите: you would just stand up and remain standing. Чтобы Господь стал господином моей жизни. I know there are those here that need Jesus as Lord of their life. Если есть такие люди, просто если вы хотите, чтобы Господь был господином вашей жизни, вы связаны религией. You're tired of just going to church. Вы устали ходить в церковь. You want to make Jesus the Lord of your life tonight. Вы хотите, чтобы Иисус был господином вашей жизни. It's a bold statement. Это очень смелое заявление. It takes courage. И очень нужна смелость для этого. But I'm asking you to let Jesus come into your heart. Но я прошу, чтобы Иисус вошел в ваше сердце. So right now, would you stand? Поэтому, если вы хотите этого, привстаньте, пожалуйста. Thank you. God bless you. Are there others that would stand with our brother? Если еще есть кто-то, thank you. There are others, many. You want Jesus to be the Lord of your life? Если вы хотите, чтобы Иисус был господином вашей жизни. I want you to pray this prayer after me. Я хочу, чтобы вы молились следующей молитвой со мной. In fact, would everybody now stand? Если бы все привстали. And would all of you please pray this prayer? И если бы все помолились такой молитвой со мной. Lord Jesus. Иисус Господь. I accept you as my Savior. Я принимаю тебя как своего спасителя.
I accept you as the Lord of my life. Я принимаю тебя как Господа моей жизни. I confess that I have sinned against you. Я исповедую, что я согрешил против тебя. Now may you cleanse me of my sins. Ты очисти мои грехи. Come into my heart. Войди в мое сердце. Make me a new person. Сделай меня новым человеком. Give me a new life. Дай мне новую жизнь. Give me life eternal tonight. Дай мне вечную жизнь сегодня вечером. I believe that you are Jesus, the Lord of all. Я верю, что ты Иисус, Господь всего. And I accept you into my heart right now. Я принимаю тебя в свое сердце. I pray this prayer in the name of Jesus. Я молюсь этой молитвой во имя Иисуса. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Hallelujah. If you've prayed that prayer, если вы помолились этой молитвой, and you've meant it within your heart, и вы в самом деле имели это в виду в своем сердце, you are now part of God's family. Вы теперь часть Божьей семьи. His grace is extended to you. Его благодать протянута рука благодати к вам. You have a brand new name. У вас новое имя теперь. God's written that name down in glory. Бог записал это имя в небесной книге. I would like all of you to just thank God for those who have prayed that prayer tonight. Would you do that? Я хочу, чтобы все поблагодарили Бога за тех, которые сказали эту молитву. I'm going to ask Brother Peter to come and perhaps. Я попрошу брата Петра пройти. And perhaps he will ask you to come forward for other needs. But please know this: if you've accepted Jesus in your heart tonight, если вы приняли Иисуса Христа как своего Господа сегодня, a celebration just took place in heaven. Празднование сейчас великое идет на небесах. A celebration took place in heaven. Великое ликование на небесах. For the angels of heaven celebrate when one soul comes to Christ. Потому что душа если одна даже придет ко Христу. And so we can celebrate with you. Мы можем праздновать с вами. God bless you, brother. Слава Иисусу Христу. На сегодня славный вечер, Praise правда? Praise be to Jesus. It's a wonderful night tonight. Славный вечер. Wonderful night. Мы признаем, что на этом месте realize that tonight here, Иисус Христос in this place, Jesus Christ имеет власть. Has the authority. Мы можем сказать, Иисус имеет власть. Can we say Jesus has the authority? Мы можем сказать, я признаю власть Can we say, Иисуса Христа. I acknowledge the authority of Jesus Christ. Я признаю Иисуса Христа. I acknowledge Jesus Christ. Он мой царь. He is my king. А я его сын, дочь. And I'm his son or daughter. А я его дитя. I'm his child. Я признаю моего Господа. I acknowledge my Savior. Послушайте очень интересную вещь, я коротко скажу. There's a very interesting thought. Власть — это право и сила. The authority is the right and the power. Это право и сила. It's the right and the power. Это не просто сказать власть. It's not just say authority. Это право и сила. It's the right to do something and Сегодня the power. Сегодня на этом месте. And tonight in this place. Право и сила Иисуса Христа. The right and the power is to Jesus Christ. It belongs to Jesus. И используя право. We have to use that right. И используя силу. And using his power. Я повелеваю всякому нечистому духу. I command every unclean spirit. На этом месте. In this place. Я повелеваю во имя Иисуса Христа. I command in the name of Jesus. Выйти вон отсюда. To get out of this place. I command. Я употребляю власть Иисуса. I command the power of Jesus. Я употребляю власть Иисуса. I'm using the power of Jesus. Я употребляю силу Иисуса Христа. I'm using the power and might of Jesus. На этом месте я утверждаю власть Иисуса Христа. In this place I'm proclaiming. Я сокрушаю всякую любую власть. The power of Jesus and I am destroying any stronghold that is against Jesus. Я провозглашаю то, что написано в Евангелии. I'm proclaiming what the gospel says. Луки 10:19. Все даю вам власть. Luke 10:19. Наступать на змей и скорпионов. I give you the power. И на всю силу вражью. И ничто не повредит вам. Я даю вам власть. Послушайте, церковь. I give you the power. Listen, church. Послушайте, те, кто сегодня признали Иисуса Христа. Everyone who acknowledged Jesus Christ today. Я не спрашиваю, что было вчера. I'm not asking what happened yesterday. Что с вами было 5 лет назад? What happened to you 5 years ago? Но я утверждаю, что сейчас. But I'm proclaiming that right now. Вы признали власть Иисуса Христа. You acknowledged the power of Jesus Christ. И сегодня. And tonight. Буквально с этого мгновения. From this very moment. Иисус дает вам право и силу. Jesus gives you that right and that power. Я даю вам право и силу. I give you the right and the power. У нас сейчас будет специальная молитва. We'll have a special prayer. Я прошу группу прославления прийти. Worship team, please come up. Послушайте те, которых жалят скорпионы и змеи. Those who've been stung by scorpions. И то ядовито. They're poisonous. И то смертельно. Both
are deadly. Возможно, что-то вас жалит. And maybe something is stinging you. Возможно, что-то дает вам дискомфорт. Something brings discomfort to your life. Во всяком случае, вчера. Maybe yesterday. И позавчера. Or the day before yesterday. Эти скорпионы вас жалили. Those scorpions, they were stinging you. And maybe you've been stung. Вы пришли сегодня на это место. Fatally, and maybe you came here tonight. Вы сейчас стоите здесь. And you're standing here right now. Я сейчас провозглашаю. And I'm proclaiming right now. Что Господь дает вам право. That Jesus gives you the right. На тот дискомфорт. That discomfort that you're experiencing, those wounds that you have, those problems, сказать, я употребляю власть. To say, I'm using the power and authority. Скажите, мне Христос дал власть. Say, Jesus gave me the power. Я повелеваю. And I'm commanding всем скорпионам, all those scorpions и всем змеям, and all those snakes моей жизни, in my life прекратить действие. To cease acting. Употребите сейчас власть. Use this authority right Скажите now. С властью. And say it with authority. Я беру власть от Иисуса. I take that power from Jesus Christ. Иисус имеет власть. Jesus has the authority. Я употребляю власть And Иисуса. I'm using the power of Jesus. Я запрещаю. And I'm commanding and forbidding. Я запрещаю. I'm forbidding. Возможно, ты никогда не говорил так. Maybe you never said. Возможно, никогда yes. не употреблял власть. Maybe you never used that power. Хотя она была у тебя. Although you have. Сегодня начни ее употреблять. Tonight start using it. Сегодня начни ее Tonight, start proclaiming it. Возьми эту власть. Take this power. И ты увидишь, and you will see что скорпионы будут слушать. That scorpions will listen. Они знают, they know что отец всю власть дал сыну Божьему. That the Father gave all the power Все to the нечистые Son. Духи. All the unclean spirits. Они знают, they know что вся власть отцом. That all the authority отдана Иисусу Христу. That the Father has was given to the вся Son. Власть отдана Иисусу that Христу. All the authority was given to Hallelujah. Jesus. Иисус сидит на троне. Jesus is on the throne. Наш царь на троне. Our king is on the throne. Ему принадлежит всякая власть. And he is, all the и на небе power и на земле. The power Аллилуйя. Him. Аллилуйя. И ничто не повредит вам. And nothing Христос сказал, и ничто не повредит вам. Jesus said, nothing will harm вы наступите на змеи и скорпионы. You will step on the snakes and scorpions. И ничто не повредит and вам. Nothing will harm you. Мы имеем право это делать. We have the right to do so. И у меня есть желание. And I have a desire, огромное желание. Great desire, чтобы мы сегодня это сделали. For us tonight to do it. Если мы не пользовались этой властью, we never used that power and authority, которая была у нас, that we had, тем преимуществом, that authority, той привилегией, that privilege, не пора ли сегодня isn't it the time, провозгласить на этом it's месте about time for us to proclaim tonight, власть Иисуса in this place, the power of над Jesus, всеми нашими скорпионами, over all of our scorpions, над всеми нашими змеями, over all of our snakes. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте начнем это провозглашать Let's сейчас. Своими устами. Right now, with your lips, своим сердцем. With your heart, победу Господа. The victory of our над Lord, всеми дьявольскими силами. Powers, над всеми проблемами. Problems, в твоем доме. In your house, в твоем сердце. In your heart, в твоей семье. In your family, власть Иисуса Христа. The authority of Jesus победу Сына Божьего. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте провозгласим его вместе с группой прославления. Давайте это сделаем громко, от всего сердца, с полной верой. И вы увидите, и вы засвидетельствуете о победе Господа. Там, где вы ничего не могли сделать, совершилась победа. И вы всем скажете, я имею власть. Я употребил эту власть. И это работает. Это работает. Это работает. Я имею победу. Ты скажешь всем. Ты побежишь и скажешь. Will run and you это will tell работает. That я имею победу. Начни практиковать. Start practicing. И это и есть вера. And this is Употреби faith. Свою веру. Use your faith. Употреби свою власть. Use your authority. Бог готов тебе помочь. God is ready to help Аллилуйя. You. Аллилуйя. 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 Lord of glory.
Да наполнит Дух Святой каждое сердце и каждого уста. Аллилуйя. Я прошу внимания. Прошу внимания. Уверовавшие же будут сопровождать сии знамения. 16 глава. Евангелие от Марка. Уверовавшие будут сопровождать сии знамения. Греческое слово симеония. Симеония. Это относится к официальному. It speaks about the official. Подписанному. Signed. Документу. Document. Под решением суда. Something that the judge decided. Это утверждение вердикта суда. That's the в другом переводе подпись и печать. In another translation, it's the signature. Слово сегодня, and the stamp, the word today, которое было проповедано. The word that was preached tonight. Это вердикт. That was the verdict. Это провозглашение решения Божьего. That's the proclamation of the decision of the God. А знамение. About. Это подпись и печать. And the signature. Это подпись и печать. And the sign. Если подлинно. If truly, мы поверили в Господа. We believe in the Lord. Если мы подлинно сказали да Господу. If we truly said yes to the Lord. Он сегодня поставит подпись и печать. He will sign and he will stamp. Вердикт. That's the verdict. Официальный документ. That's the official document. Заверен. And it's been signed. Он правильный. It's true. Он законный. It's official. Он законный. It's lawful. Уверовавших будут сопровождать знамения. Those who believe, signs and wonders will accompany them. Этот вечер не исключение. And there's no exception. This night is not the exception. И в этот вечер. And Господь tonight, хочет освобождать the Lord wants to deliver от нечистых духов. And free people from evil spirits. Исцелять от болезней. He wants to heal. Исцелять от немощи. He wants to heal weaknesses. И в этот вечер. And tonight. Господь хочет проявлять the Lord wants to shine свое действие. His actions. He wants Он хочет to поставить it. Печать на твое да. He wants to put a stamp on Он your хочет marriage. Поставить печать на твое да. On your character. Уверовавшие будут сопровождать Those people who believe signs and wonders Они будут сопровождать верующих. They will be accompanied. Они должны сопровождать верующих. They have to accompany Christians. Аллилуйя, аллилуйя. Вы знаете что? Мы сейчас начнем поклоняться Богу. You know what we'll do? We'll worship God. И кто желает, and if you wish, чтобы сейчас For you Господь right now, поставил свою печать. For you to be put the stamp on. Чтобы Господь утвердил свое слово. If you want God to assign Чтобы действительно являясь детьми Божьими. That truly you are the уверовавшие. That you are a believer. Должно сопровождать знамение. Those who will be accompanied by signs Знамение and wonders. В переводе. And a wonder. Еще идти рядом. In the translation is also to идти walk рядом. Besides. Сопровождать. Something that will accompany. Сопровождать. Accompany. Господь хочет идти рядом сейчас. The Lord wants to walk beside you. И сопровождать. And accompany you. Господь не послал нас просто в этот мир. The Lord didn't just send us out into the world. И сказал, идите сами и там разбирайтесь. And say, go by yourselves and do whatever you want. Он сказал, идите. He said, go. Я посылаю вас. And I'm sending you. Как агнцы среди волков. As lambs among wolves. Но он еще сказал. But he also said. Я с вами. I am with you. Во все дни. Until. До скончания века. The end of the world. Он еще сказал, я с вами. He also said, I am with Куда you. Куда бы вы ни пошли. Wherever you go. Он обещал быть с he нами. He promised to be with us. Утвердись этим словом. You have to be И получи от Господа благословение сейчас. And receive blessings from the Lord right now. Если хочешь особое сегодня пережить духовное wish победные переживания. To experience victorious Ты можешь медленно feelings. Пройти сюда. You can slowly start Во время поклонения и прославления. During praise and worship. Пасторы, вы пройдете потом Pastors, вперед. You will come up here. Чтобы молиться за людей. To pray for people. Здесь такое чудесное место. It's a wonderful place когда here. Все могут это сделать. Where everyone can все do могут it. Это сделать. Everyone can do Кто it tonight. Только желает. If you only wish. Благодать вечного Бога. For the grace of the living Она God. Сегодня направлена к каждому. It's directed towards each Приди one возьми. Of you. Come and get И Господь сказал, я буду сопровождать. That I will accompany with signs and wonders. И твои скорпионы, and your scorpions, и твои змеи, and your snakes, будут поражены. Will be defeated. Есть слово от Господа. There is the word from the Lord. Аллилуйя. Так говорит Господь народ. Thus says the Lord to people. Для чего ты здесь? Why are you here? Сомневаться? To doubt? Я здесь или нет? If I'm here or not? Я говорю здесь. I'm saying I'm here. Вот сила моя спустилась, говорит Господь, для down, того, чтобы восстановить и освободить Арафлан Зермена. Многие сомневающие пойдут ни с чем. Но обогащу тех, кто откроет сердце, восстановлю и исцелю. Аминь. Итак, Господь зовет тебя. So и не будь среди сомневающихся. Господь близок к тебе. Господь любит тебя. Поспеши к Нему.
На этом месте завершает сейчас молитву. Вся церковь, мы в Духе Святом. Мы поклоняемся Господу вместе с группой. Аллилуйя. Все имеют право прийти. Придите ко мне, сказал Господь. Jesus said, все, come to me. Все. All of you. To come.
Как вас зовут? Лена. What's your name, Лена? А что вам сделал сегодня Господь? What did the Lord do for you? Бог освободил. He delivered me. Господь тебя освободил. He delivered you? От чего он тебя освободил? What did he deliver you from?